Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала. Сегодня хочу показать вам парочку посылок, которые приехали с Китая. Заказывал в магазине AliExpress чехлы на вот такой вот замечательный телефон Samsung. Samsung Edge 7, если быть точным. Что, распаковываем? Как всегда, китайцы постарались, упаковали очень аккуратно. Убираем. Вот мы видим набор объективов. Отложим пока в сторону, потом я их одену и посмотрим, как они функционируют. Так, второй комплект. Аккуратненько порежем. И вот такой вот аккуратный чехол с окошком. Смотрится очень неплохо, стильно. Ссылки на товар я предоставлю в описании. Вы сможете сами заказать. Так. Сейчас вот так оденем аккуратно. И вот так он у нас вот выглядит. По-моему, не до конца одел. У нас еще сверху находится защитное стекло. Кстати, спасло этот телефон. Это защитное стекло, которое падало. Вот что-то он не очень плотно сидит. Так, а почему? Крышка сидит аккуратно. Сейчас я попробую аккуратно его одеть и продолжим. Ну, в общем, вот, как мог аккуратно я одел чехол. Вроде сел он достаточно плотно в пазы, все. Думаю, он пока еще новый, не очень разработанный, потому что вот этот сгиб, он почему-то не дает. Он очень такой тугой. Вот. И магнитная защелка открывается, бывает, очень легко. Хотя я ожидал при заказе, что она будет сидеть плотно, и вот этих вот крылышек образовываться не будет. Ну, посмотрим, как он может приляжется, как говорится, в дальнейшем. Вот такой вот чехол. Смотрится, в принципе, очень приятно. Раскладывается он. Как он так раскладывается? Вот, вот так он раскладывается у нас. То есть можно смотреть видео спокойно. На ощупь тоже приятный материал. В руке лежит приятно, не выскальзывает, не улетает. Вот. Давайте теперь посмотрим на вот эти объективы. Также я сейчас подсоединю и покажу. Итак, объективы у нас пришли вот в таком вот пакетике. Инструкция, по-моему, здесь у нас есть. Макулатура вот такая. Демонстрирует чудесные возможности, которыми обладают эти объективы. Есть вот такой вот чехольчик, куда их можно складывать. Есть салфетка из микрофибры, чтобы чистить. И есть вот такой вот кожух. Вставляем. Аккуратненько. Да, вот здесь у нас такой разъем. По идее, куда мы сможем их прицепить. Откроем. Так. Вот он у нас вот так смотрится, выпирает.
напоминает дверной глазок. Вот такой вот. Так, сейчас мы включим фотоаппарат. Камеру. И посмотрим. Ну, вот вы сами видите. Так называемый эффект фишай, рыбий глаз. Вот. Довольно интересная способность. То есть макросъемка, вот такая крупным планом. Можно показывать мелкие объекты. Вот такой вот эффект. Давайте посмотрим следующий объектив. Этот отсоединим. Аккуратно. Это фишай был, да? А сейчас конвертер, да? Также аккуратно накручиваем и смотрим. Этот объектив, я даже не знаю, какой он. Тоже широкоугольный. Да, это просто широкоугольный объектив, который немножко расширяет угол камеры. И у нас вот такая система, насколько я помню, один объектив прикручивается к другому. В общем, друзья, все оказалось очень просто. Я заказывал комплект из трех объективов, то есть вот фишай и из двух еще. Этот объектив, он состоит из двух вот таких частей. То есть откручивается верхняя часть, у нас остается нижняя. Посмотрим, какая камера у нас получится. Это получается у нас совсем уж макро. Да, вот макрорежим, он позволяет снимать очень близко и крупно. То есть практически почти как микроскоп. Интересный эффект, позволяет делать разнообразные интересные фото или видеосъемку. Да, очень интересные, креативные вещи можно с ним делать. Пожалуйста. Давайте прикрутим и посмотрим, что из этого получится. Вот. Мы видим сейчас такой вот, скажем, средний фишай. Теперь, если мы поставим вот этот, здесь все в кадре, одновременно приходится делать оп, и обзор, и смотреть в экранчик фотоаппарата, поэтому... И вот такой вот супер фишай. Не знаю, на любителя объектив, конечно, потому что я, например, не очень люблю вот такую картинку, но можно. Для панорамы где-то можно снять. Дисторсия, конечно, присутствует. Очень округляется, сами видите картинку. В общем, вот так. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, вам данный обзор понравился. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте побольше. Всего хорошего, до свидания.